масло не продают. Этот стадион, это Сапарбаев начинается, улица номер один. Тут масло, оптовая продажа, Федя всю жизнь масло продает. Тут недалеко от стадиона, с левой стороны стадион. Это улица Сапарбаева. Вот она, кажется, где начинается. Ее по городу тоже очень много отрезков. Возле нас тоже есть Сапарбаева. Это же где в конце города. И в середине есть, в центре там тоже Сапарбаева. Вот все строят, строят. Вообще красиво будет у нас. Не зря же мегаполис.